В период с 2021 по 2023 год на реализацию государственной программы «Жилище» в Одинцовском округе Московская область выделяет более 285 миллионов рублей. Как рассказал глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов, вместе с руководством региона и депутатами Мособлдумы, муниципалитет вплотную занимается вопросом обеспечения жильем социальных категорий граждан, ежегодно переселяет людей из непригодного жилищного фонда и предоставляет квартиры детям-сиротам. Глава уточнил, что с 2014 года в рамках реализации программы «Жилище» в свои квартиры въехали 122 юных жителя муниципалитета. В ближайшие три года эта работа будет продолжена благодаря выделенным средствам. Он также отметил, что в трехлетнем бюджете региона предусмотрены более 66 миллионов рублей на реализацию в Одинцовском округе под программой системы водоотведения. Они будут направлены на строительство сетей в деревне Подушкино.